Камбоджа – государство, расположенное в Юго-Восточной Азии, с богатой историей и нелегкой судьбой. После эпохи правления Красных Кхмеров эта страна сравнительно недавно начала восстанавливаться. Сегодня мы рассмотрим 7 наиболее интересных фактов об этой замечательной стране. Камбоджийские леса из-за вырубки исчезают рекордными темпами. В середине прошлого века они занимали 70% территории страны, а к 2010 году эта цифра сократилась до 31%. Помните, у Киплинга был заброшенный в джунглях город, куда бандерлоги притащили перепуганного Маугли? Это Ангкор-Ват, жемчужина кхмерской архитектуры. Храмовый комплекс Ангкор-Ват является крупнейшим культовым строением в мире. Он посвящен индуистскому богу Вишну и находится в центре страны. Состоит из 20 храмов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Чтобы посмотреть все, уйдет как минимум день. В Камбодже не принято давать улицам названия. Как правило, их просто нумеруют. Лишь некоторые улицы в столице государства Пномпене получили название, и то под влиянием европейцев. Кхмерский алфавит вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый большой. Он состоит из 72 букв. За 4 года, в течение которых у власти в стране находились красные кхмеры, была убита пятая часть населения Камбоджи, в первую очередь наиболее образованные люди. В настоящее время более чем половине жителей Камбоджи нет и 15 лет. Камбоджа к настоящему времени считается самой заминированной страной мира. На ее территории после военных конфликтов осталось, по разным данным, до 5 миллионов активных мин. Заканчивать школу в этой стране не обязательно. Но те, кто это делает, имеют шикарное образование, и поэтому встретить кхмеров, говорящих на безупречном французском, английском или испанском, в порядке вещей.